Месяц для приюта. Теперь волонтеру с хвостиками нужно быстрее решать вопрос. Как уже привычно стало для домашнего мини-приюта 9 жизней, страшно получать новости ввиду последних событий тут. Ребята, у нас ровно месяц на поиски дома для приюта. Продолжается ежедневная травля волонтера Влады по вопросу животных. Уже начались открытые угрозы от родственников соседки с 9 этажа. На днях представители ЖЭКа и исполкома составили акт на выселение животных. Нам дали месяц на поиски жилья. Доказывать и пояснять свое положение кому-либо бесполезно. Нужно упорно искать свой вариант и уходить от греха подальше. Влада пришла к выводу, что у людей отсутствует человеческий фактор. Ведь даже представитель исполкома сказала, что жизни вам на этом месте не будет. Соседка не отступит. В какой-то момент Влада может просто выйти и не вернуться домой, а животные тогда уже точно окажутся на улице. Нет зверя страшнее и опаснее человека. Сегодня, кстати, ЖЭК был исполком из подачи уже ее подружки-астматички, которая недавно букетик там волокла. На цветы, наверное, не бывает астмы. Но понятно все, что это ложь. Ни сотрудникам исполкома, ни ЖЭКом самвони не было. Они уже и так, и эдак с ними, и все бесполезно. Им тоже не сильно в кайф вот это ходить и что-то выяснять. Им вообще, мягко говоря, наблевать. Просто реагируют на заявку и все. Нам месяц дали, рассказывала в этот день девушка. Сотрудница исполкома даже сказала, что вам в жизни не дадут такие соседи. Всяко бывало, говорит, но такого еще не приходили даже в исполкоме. По-человечески поговорила с ней, пообещала помочь, если что-то узнает за дом. Кстати, да, они там могут что-то знать, через них же идет регистрация и так далее. Но они частный сектор не ведут, вроде, я так поняла, уточняла позже девушка.